раскрасьте вашу весну в яркие вкусные оттенки после серо-черной зимы. Включите цвет, скажем мы вам сегодня, и это бренд Simone, обновленный бренд и облегченная куртка-пальто уже на эту весну. Ультрамодный, яркий дизайн с леттерингом бренда Simone мгновенно выделят вас из толпы, сделают ваш образ уникальным, запоминающимся. В таком эксклюзивном пальто вы будете на пике модных трендов. Настоящая цветотерапия после этой зимы. 3999 рублей. Только сегодня облегченная цена, облегченное пальто Jacqueline. При оплате карты 3799 рублей. Используйте эту возможность быть стильной, яркой уже в этой весной. И, конечно же, главным предложением дня становится изделие от бренда Simone. Это новая облегченная версия вашего уже полюбившегося пальто, у некоторых оно уже имеющееся в гардеробе. Здесь у нас с вами более легкая конструкция, с антифоном всего лишь по 150 грамм на квадратный метр, что дает возможность данной куртке согревать вас от 0 до минус 5 температуры. Высокий капюшон, также с высокой стойкой воротником, даст возможности весной не обмануться. Вроде на улице еще уже тепло, но пока что все-таки опасно, можно приболеть. Поэтому у нас с вами капюшон и стойкий воротник вас защитит. Все-таки данное пальто весеннее удлиненное лучше, чем укороченная куртка. Закрытые ягодицы также везде не дует и возможность еще подстроить кулиски. Она стягивается по низу и имеет более округлую, слегка укороченную конструкцию по переднику. Двойная реверсивная молния. Красный оттенок с белым леттерингом. Обратите внимание, свод надписи полностью идеален, то есть буковка к буковке проходит сквозь молнию. В таком же белом именно леттеринге и представлен джинсовый оттенок у нас с вами. Mm-hmm. Да? То есть два будут покрашены с белыми буквами. Так. Все остальные цвета будут у нас с вами выкрашены в черный леттеринг. Это бежевый цвет, который вы видите как раз-таки в 50-м размере на Ольге, нашей модели. Розовый цвет с черными надписями. Мне очень нравится вот такой вкусный ментоловый, такой, знаете, как льдинка, как какое-то мороженое. И, конечно же, сиреневый цвет. В преддверии весны как раз-таки у нас с вами будет расцветать сирень, а вы уже будете сиренью в конце февраля, начале марта. Ой, ну как вкусно, какие вкусные оттенки. Пальто Jacqueline, главное предложение сегодняшнего дня. Размеры от 48 до 62. А мы выбираем вкусное весеннее настроение. А мы выбираем и облегченное пальто, и облегченные цены сегодня, и яркую цветотерапию. И, конечно, когда мы говорим про весну, мы хотим этих ярких красок. У нас душа требует. Я вот даже проезжала вчера мимо остановки и думаю, ну как все серо. И люди на остановках, да, по улице идут. Серое-черное, серое-черное. Посмотрите, какие цвета. И розовые у нас пионы могут быть, и крем-брюле, и макаруни, и лаванда. И это все вы можете в свой гардероб внести. Вы все можете прекрасно внедрить. И улыбка сама появляется на лице. Цена 3999 рублей. А как важно. Когда переход от зимы в весну, почему все начинают болеть? Потому что сразу скидывают тяжелые пуховики и надевают короткие легкие куртки. Это неправильно. У нас есть в данном предложении сразу все плюсы и бонусы. У вас облегченный формат, в отличие от своего бестселлера-предшественника зимнего. Облегченный формат, но при этом мягкий переход с холода на весну. Микола, скажи, это очень важно сейчас. Да, потому что у нас с вами все-таки, как я уже сказала, весна достаточно начало обманчивая. Вроде уже и тепло, и оттепель, и нулевая погода, и птички уже начинают щебетать. Но все равно еще опасно, как говорится, приболеть. Все-таки предложение у нас с вами с перестройкой из зимы в весну должно быть достаточно стабилен. Поэтому бренд вам предлагает аналог зимней куртки с леттерингом, уже с другим форматом надписи, с другим шрифтом. В другом фасоне, потому что низ был изменен не на резинку Рибана, а уже сделано на конструкцию, видите, такого рубашечного кроя, еще и на кулисках по задней спинке, для того, чтобы не задувало. Классическая термостежка в виде подклада была заменена на классический атласный подклад, что дает возможность изделию быть более скользящим, быстро надеваться на весеннюю одежду и быть достаточно легким, хорошо и быстро складывающимся, и при этом яркий. Все-таки яркость, дизайн здесь придает именно лаконичность модели и, конечно же, акцентность принта. Принты очень актуальны, очень популярны у нас с вами. Обратите внимание, вот крупные бренды предлагают свои версии
изделий с надписями. Вы можете сегодня тоже, как говорится, стать обладательницей такого изделия. Цена у нас с вами по факту, как за распродажу, например, зимы, которая будет производиться в магазинах летом, а весенние коллекции сейчас в магазинах будут стоять самых высоких цен, потому что как раз-таки на них будет потребляемость. А мы с вами понимаем, да, в магазине все, зачем идет покупатель, обязательно цена растет. Да, прямо вот сегодня мне скидывала фотографию с утра подруга. Она далеко ищет ходить себе. Не надо, в автомате кофе как? На 50% стало дороже. Опять же, кстати, да, сегодня я заметила. Подруга присылает фотографии, ищет себе куртку, пальто на весну, чтобы вот всем ее требованиям отвечала. Но цены-то там уже 6 тысяч, это минимум, уже готовятся к весне магазины. А мы с вами держим цену. Мы предлагаем 3 999 рублей. Причем вы получаете пальто «Жаклин» производства полного цикла. Что это значит для наших покупателей? Это качество, потому что бренд производил изделия, не выходя с одного завода. То есть, начиная от утеплителя, заканчивая принтованием материалов и, конечно же, создание готового решения. Это дает возможность контролировать от А до точки Б, что обеспечивает возможности действительно идеального фасона. Вот обратите внимание на ту деталь, которую именно заметит не каждый. Здесь во время вот именно соединения с молнией рисунок надписи совпадает, то есть название Симона не прерывается. То есть все-таки доводили каждую полочку до того, чтобы она доиграла саму надпись. В ту или обратную сторону все равно изделие у нас с вами повторяется, поэтому это дает возможность такой целостности полотна, не нарушение деталей. Конечно же, очень правильно был придуман принт, который Алиса разрабатывала, на компьютере раскладывала, как он должен смотреться, какая цветовая гамма лучше подходит. Ведь тоже не просто так джинсовый, можно было наляпать черные буквы. Нет, она бежевый сделала белый. Она понимала, какому цвету что более выгодно будет смотреться. Поэтому сирень у нас облачена в черный оттенок. Мята очень вкусно, да, ментоловый, смотрится именно с черным лейтерингом. Розовый, ну это всегда классический, черный и розовый в дуэте, красивый, просто вкусный, всегда блаженственный. Бежевый цвет, у нас с вами помимо того, что он имеет светлый оттенок, у него сама фактура такая еще и напоминает какую-то пористую поверхность. То есть джинсовый цвет хорошо, да, будет с джинсами сочетаться. Ну и, конечно, красный, самый вкусный. Причем, обратите внимание, красный не агрессивный, да, цвет. Да, он приятный. И в преддверии у нас с вами Дня влюбленных, безусловно, конечно же, красный оттенок такой. Придете на романтическую встречу, все такая в красном. 6 оттенков самых актуальных уже на эту весну, уже прямо сейчас. При этом вы экономите 3999 рублей. При этом это плавный переход из зимы в весну. И красиво, и стильно. Специально для вас и только сегодня от бренда Симона по такой цене. We'll be right back.